Добрый день, на связи Планета Авто. Сегодня у нас на обзоре Honda Freed 2010 год в красивом черном цвете. Бензиновый двигатель объемом 1,5 литра, 118 лошадиных сил, АКПП, передний привод, красивые ритые диски, на хорошей летней резине, пробег 125 тысяч километров, аукционный балл 3,5. По салону чистый, темный, светлый, ухоженный салон, не прокуренный. Климат-контроль, кондиционер, хорошая мультимедиа, две электродвери, электрорегулировка зеркал, повторители в зеркалах. Ну и пройдемся по ЛКП данного автомобиля. 99, 91, 87, 83, 78, 86, 83, 95, 91, 101.